Can you please take your seats? Can you please take your seats? Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Приношу извинения за то, что мы Take your seats. It's an honor for me to moderate this panel. Чтобы выступать сегодня модератором, для меня большая честь на данной мероприятии действовать сообща или идти порознь будущее мультилатерализма во времена деглобализации. Мы, конечно же, все понимаем, что после Второй мировой войны у нас были созданы очень сильные мультилатеральные институты, которые были построены, которые страдали от войн и прошлых событий, как, например, 15 августа 1971 года, как было сделано в то время. Однако у нас было очень важно возрождение ООН в 1991 году. И я помню, когда ООН проводила свою операцию по освобождению Кувейта, и тогда мы начали говорить о мультилатерализме. Этот термин был атакован, скажем так, инициативами из Америки, а также когда было нападение на Ирак в 2003 году, когда был создан особый мандат ООН, и недавно, конечно же, нападение России в Украину в 2022 году. И, конечно же, мультилатерализм — это что-то, что не в самом лучшем, не в самой лучшей форме на данный момент, и мы пытаемся понять, почему и как мы можем построить лучшее будущее для мультилатерализма, которое, мы надеемся, предотвратит Третью мировую войну. И чтобы понять наши сегодняшние вопросы, господин Грегори Леконт, который является главой по Центральной Азии и Евразии, и секретариата глобальных отношений ОЭСР, Организации экономического сотрудничества и развития, и ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития. Организация, которая была спонсирована и создана 20 странами, и сейчас содержит 38 стран. Это большой прогресс. И она базируется в Париже. И у нас имеется также госпожа Маргарета, пожалуйста, встаньте, чтобы все могли вас увидеть. Маргарета Сердафельд, она шведка, она является председателем парламентской ассамблеи и возглавляет парламентскую ассамблею ОБСЕ. И, пожалуйста, поправьте меня, если я не прав, и которая исходит из Хельсинской конференции 1975 года. Касательно регионального сотрудничества, и это была активная работа проведена в 2014 году, 2015 году между Украиной и Россией. Мы помним
всю контролирующую операцию, а также прекращение огня. И эта организация, у меня 57 стран, и, как вы мне сказали, она распространяется от Бреста во Франции, не в Белоруссии, до Владивостока. Нет? Okay, so, Итак, огромная организация, большое спасибо за то, что вы сегодня к нам присоединились, чтобы с нами поговорить. И я также хотел бы представить господина посла Амуралиева, генерального секретаря Организации Тюркских Государств. Большое спасибо, господин посол, за то, что вы сегодня с нами. Господин посол из Кыргызстана, но организация ОТГ находится и базируется в Турции. И включает такие страны, как Венгрия. Прав ли я? Окей. Итак, дальше. Я бы хотел вам представить господина судью Мухаммеда Абдельсалам, генерального секретаря Мусульманского совета старейшин, который приходит к нам сегодня из Эмиратов. Вы могли бы, пожалуйста, встать, чтобы вас могли увидеть. Также с нами сегодня господин Амиль Сокла. Амиль, могли бы вы, пожалуйста, подняться, который из Южной Африки, и он представляет организацию БРИКС, и мы все помним, что достаточно недавно, 3-4-5 дней назад, произошло совещание на министерском уровне БРИКС в ЮАР, конечно же, также представителями Индии, Китая, России и ЮАР. И господин Сергей Лавров посетил это совещание, министерское совещание БРИКС, которое был проведен в Кейптауне, если я не ошибаюсь. Итак, спасибо большое. И сегодня мы говорим про действовать сообща или идти порознь. Итак, как вы видите, Грегори, как вы видите будущее мультилатерализма во времена деглобализации? Дайте нам, пожалуйста, краткую оценку. Сегодня не будет никаких речей, сегодня будет диалог. Большое спасибо. Речи не будет. Большое спасибо вам и Казахстану. И я также забыл кое о чем, и я бы хотел напомнить. Перед тем, как вы говорите, есть очень важный человек, и человек, который работает с мультилатерализмом, господин Пан Ки Мун, который давал посол. У нас есть сообщение от него. Президент Касым Жомарт Токаев, уважаемые дамы, господа, участники. Здравствуйте. Саламат себе. Для меня большое удовольствие, чтобы поздравить господина Токаева и Республику Казахстан за успешную организацию Международный форум Астана 2023 года. Форум, чтобы привлечь в диалог и искать решения для глобальных проблем, таких как изменение климата, нехватка продовольствия и безопасности энергетика. Как президент Ассамблеи и председатель Совета Института зеленых технологий, я бы хотел поздравить Казахстан, чтобы он принес и привлек глобальных лидеров всех вместе. Я также
к сожалению, не могу к вам присоединиться в Астане. Я рад поддержать этот форум и хотел бы высказать свою поддержку, что организация будет продолжать помогать главам государствам, чтобы расти в климатическом, инклюзивном, устойчивом мире, для того, чтобы разрабатывать политики, чтобы финансировать проекты и их реализацию в данной сфере. Как вы знаете, Парижское соглашение и повестка 2030 года ЦУР часто говорится об этих документах как самое важное наследие нашего поколения. Вместе, начиная с сегодняшнего дня, с Международного форума Астана, чтобы история показала глобальное сообщество и его попытки в 2023 году, чтобы вести лучший путь в наше будущее. И я желаю вам зеленое, эффективное и успешное форум. Спасибо, Рахмет. Итак, Грегори, пожалуйста, скажите нам, как вы можете, что вы можете сказать после тех неудач в Украине и других неудач, как мы можем вести более конструктивную дипломатию? Большое спасибо, Рено, большое спасибо Казахстану и вам для того, что вы пришли присоединиться к нам сегодня. К сожалению, у меня нет, я не могу сказать, как решить глобальные проблемы, но я могу поговорить о том, как мы можем вести экономическую дипломатию, экономический мультилатерализм. Начну с того, что, с одной стороны, мы никогда не были в такой ситуации, как сегодня, когда нам нужен мультилатерализм. Во время пандемии, климатические изменения – это все вопросы глобальные. И также завтра вопрос нагрянет, как управлять рисками, и одна страна не может решить все это. Это значит, что нам нужен мультилатерализм. Однако эта концепция работает, и многие находят проблемы в ее работе, когда многие государства не поддерживают соглашения и так далее. И факт того, что мы сегодня собрались на этой сессии, мы понимаем, что мультилатерализм не все понимают, для чего он нужен. И экономически мы сейчас наблюдаем сниженный рост экономический, увеличиваются проблемы среди населения, что также заставляет людей сомневаться в текущих системах. Текущая система, многие думают, что она не отражает новый баланс сил и продвинутую экономику. Сегодня мы находимся на пороге в конце 2020 года. Доля стран ОАЭС и доля ВВП была 60%. Сегодня 45%, а завтра и в следующие 5 лет будет еще ниже, около 43% по прогнозам недавним. Это означает, что происходит изменение на восток и на юг, и оно должно быть отражено в правилах и уставах, чтобы отображать сегодняшние реалии. Такой сдвиг дает возможности для развитых стран, чтобы уйти от, снизить нищету. И этот полицентризм — это то, с чем мы должны работать. И он дает нам стимул работать и развиваться. Итак, что же мы можем рекомендовать? Что мы можем предложить для того, чтобы продвигаться вперед. Такой тектонический сдвиг будет продвигаться, и будет перебалансировка сил между различными странами в мире, и мы, возможно, должны будем адаптировать международные институты, например, ОЭСР, и наша
цель не в том, чтобы быть универсальным. Мы не хотим, чтобы все были членами, но мы хотим, чтобы эти организации были глобальными и работали с теми государствами, которые не являются членами. И то, что сегодня мы говорим о Центральной Азии, это говорит о том, что мы готовы вести и вовлекать, вести переговоры со странами, которые не являются членами. Что мне быть более прагматичными? Я не говорю, что это обязательно. Мы не должны быть согласны на всех, по всем фронтам, но мы должны понимать, что вопросы должны решаться вместе, и они должны быть, решения должны быть прагматичными. И должно быть что-то, должно быть решение, на котором мы все должны согласиться. Давайте определим конкретные проблемы, конкретные задачи с конкретными решениями. И третье, с точки зрения коммуникации, чтобы люди понимали плюсы мультилатерализма, а также и правительства тоже. Например, пример из ОЭСР. Мы работали с конвенцией по предотвращению коррупции, и у нас к нам присоединились страны различные для того, чтобы разрабатывать законодательство для борьбы с коррупцией. Другой пример был это уход от налогов. Это был более чем 100 стран присоединились к нам, и это позволило тем странам, которые к нам присоединились, усилить свою налоговую базу и лучше бороться с уходом от налогов. И это стали ключевыми инициативами касательно приближения всех сил вместе и бороться с климатическими изменениями и для того, чтобы декарбонизовать экономику. Это все от меня. Большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо, Григорий. Мы все знаем, что ОЭСР и конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией были очень эффективны и были реализованы в Европе и изменили, как большие корпорации ведут свой бизнес и как они ведутся по всему миру. Это действительно успех ОЭСР. И сейчас я бы хотел обратиться к вам, Маргарета. Мы помним, что ваша организация ОБСЕ была очень важной. Например, в Кавказских горах для того, чтобы сохранить мир в 2000-х годах. Это было... Я считаю, до сих пор все еще очень важная миссия для ОБСЕ. Конечно же, на данный момент ваши сотрудники не бросили вопрос войны между Россией и Украиной, они оставили вопрос Тиграна. Но как вы видите будущее вашей организации? И что может быть сделано, на ваш взгляд, для того, чтобы улучшить эффективность и улучшить, если честно, тот факт, что нации идут, обращаются вспять и пытаются вернуться к мультилатерализму. И говорят о тех надеждах, когда ООН была только создана. Большое спасибо за этот важный вопрос. Когда идет война, как, например, сейчас, я считаю, это очень-очень стандартно, что все страны заботятся о своей безопасности. Что может быть сделано, чтобы обезопасить своих людей? Но я также считаю, что существует важная платформа для мультилатерализма, для того, чтобы двигаться вперед. И мы говорим о ситуации, когда война. Я считаю, что, как предыдущий генсек сказал, давайте работать вместе. И это то, о чем мы говорим. Если мы говорим о финансировании, если мы говорим об экономике, это очень важный вопрос. Я знаю, что необходим экономический
не экономический рост, необходима стабильность, необходим мир. Это очень важно. Но позвольте мне тоже сказать, что ОБСЕ это не только про Европу, это про 57 стран, как я уже говорила, от Владивостока до Ванкувера. И это очень важно в росте безопасности, особенно политической безопасности. Второе, это столб экологии, финансирования. И третье, это права человека и демократия. И все это, потому что все эти три столпа очень важны. Но я тоже считаю, что должен быть путь вперед. И есть нужда для сотрудничества. И также есть нужда для парламентариев. И если необходима демократия, необходим парламент, который был выбран людьми. И это мы в ассамблее парламентариев. И законодатели, мы раньше адаптировали программу, мы должны работать вместе. Это единственный путь вперед. Позвольте мне уточнить, что кроме войны в Украине есть нехватка продовольствия, нехватка энергии, инфляция, климат претерпевает изменения. Все эти проблемы должны быть решены мультилатерализмом и сотрудничеством. Первое – мир. Мира пока нет. У Украины нет прав на свои территории, но для меня и для парламентариев ОБСЕ мы поддерживаем Украину. Это наша работа. Но также я должна подчеркнуть важность, как я сказала, первое – стабильности и мира для экономического роста. Это также, если мы хотим улучшения климатической ситуации, нам необходимо международное сотрудничество между законодательными органами. Мы также нуждаемся в том, чтобы энергетика и вопрос, который так важен не только сегодня здесь, в Казахстане, но и для всего региона, от Владивостока до края Европы и трансатлантического региона, коридор. Как же мы его будем строить, если у нас нет мультилатерализма? Я не вижу другого пути вперед, и это то, что я бы хотела сегодня сказать. Сотрудничество – это то, что нам нужно. Мы в этом нуждались, когда была холодная война, когда было создано ОБСЕ. Мы нуждаемся в этом и сегодня. И я считаю, с посредничеством медиации мы можем достичь окончания войны более лучшим способом для того, чтобы усилить рост экономики, демократию и также просто чтобы сделать мир лучше. Большое спасибо, Маргарета. Леонид, вы являетесь помощником по делам БРИКС, и, безусловно, БРИКС также имеет свой взгляд на войну, свою оценку войны между Россией и Украиной, то есть Запад проводил встречу в Хиросиме, в Японии, которую проводили представители США, и БРИКС. То есть, судя по всему, в ней не доминирует ни одна из стран ее участниц. Не могли бы вы рассказать нам, какого рода содействие она может оказать для того, чтобы эта война была прекращена, остановлена, и также, чтобы остановить тот сдвиг, который мы идем, то есть, который становится все более и более серьезно, не только столкновение не только между Россией и Западом, но и Западом и Китаем. Как мы можем предотвратить этот сдвиг, как мы можем оживить, восстановить мультилатерализм, многосторонний подход, который был наружен не только Россией, потому что нужно помнить о том, что западные державы, к одной из которых отношусь и я, также нарушили подходы многостороннего сотрудничества.
несколько раз, например, в Ираке и Ливии. Не могли бы вы сказать нам вашу точку зрения на это? Благодарю вас, прежде всего, за то, что пригласили меня для участия в данной панели. И, соответственно, пригласили БРИКС как часть данного обсуждения. И поскольку вы упомянули недавний саммит G7 в Хиросиме и вот подняли вопрос на мультикультурализма, позвольте мне напомнить о том, что сказал генеральный секретарь ООН на этой встрече, которая широко освещалась международной прессой, и особенно касаясь Института Бреттон-Вудского соглашения, он подчеркнул, что эти организации, им требуются очень серьезные реформы. Он использовал три фразы, чтобы их описать. Он сказал, что они устарели, не работают и несправедливы. Я думаю, что он очень дипломатически это все описал, но мне кажется, что очень важно, что глава системы ООН ссылается на эти организации. Я не думаю, что он ограничился только институтами Бреттон-Вудского соглашения. Он говорил о раздражении, которое испытывает в результате взаимодействия всей многоуровневой инфраструктуры современной экономики и политики. И, соответственно, что необходимо учесть голосы глобального юга в этих вопросах. И позвольте мне именно затронуть роль БРИКС. И реформа мультилатеральной системы была повесткой совещания БРИКС. И именно поэтому под руководством Южной Африки вы видите, что партнерство с целью обеспечения устойчивого развития и взаимного роста, а также инклюзивного мультилатерализма, мы специально выбрали это определение, поскольку часть той проблемы, с которой мы вынуждены разбираться сегодня, если мы вернетесь к принципам, изложенным в уставе ООН, а именно в преамбуле, где четко изложено, что мы должны практиковать терпимость и жить друг с другом в гармонии. Сегодня мы не видим терпимости, есть нетерпимость. Гармонии близко не видно, есть только дисгармония. И когда мы говорим о реформе мультилатеральной системы, как в политической, экономической, финансовой архитектуре, мы хотим видеть более сильную ООН. Если мы, когда мы говорим об ООН, давайте не будем забывать, что наша организация, мы ее создали для себя, чтобы она помогала нам решать свои проблемы. Это не, мы не говорим о какой-то абстрактной организации. И я думаю, что вот вы говорили о ценности, которая есть в мультилатерализме, и недавно был проведен раунд переговоров по соглашению, по Морскому соглашению спустя 20 лет, что должно принести выгоду всему человечеству. Соответственно, мультилатерализм играет важную роль. Но сегодня у нас 193 члена ООН по сравнению с теми четырьмя странами Африки, которые были в момент ее основания. Нам требуется реформа мультилатеральной системы, и мы, как БРИКС, заявляем именно это. Давайте соберемся вместе. Мы должны собраться как коллектив, не просто как глобальный юг. Давайте сделаем так, чтобы реформы отражали реальные 2023 года. 1945 остался в прошлом. Тогда большая часть Африки были колониями. Большая часть мира была колониями в тот момент, когда писались эти правила и положения. И мы говорим о том, что БРИКС хочет работать со всеми, не только с глобальным югом, что мы и делаем, как государство. Да, G20 – это мост, который объединяет страны. И там находятся все страны БРИКС, все ведущие экономики мира там. И мы сотрудничаем с ними. Но я думаю, что есть опасность того, что мы создаем парализации и мультилатеральной структуры, и структуры G20. То есть мы не говорим о том, что получим ли мы исходящие документы в результате саммита G20, который пойдет в Индии в этом году. Данная организация должна служить людям. И давайте не будем забывать, зачем мы создавали эти организации. Нам необходимо провести реформу мультилатеральной системы, которая является равной, инклюзивной, справедливой. И это может произойти только, если мы проявим политическую волю как государство. И я думаю, что тема, которая была выбрана для международного форума в Астане, очень своевременная. Мы говорим о сотрудничестве и процветании для всех. Когда мы приняли декларацию, мы
говорили о том, что мы не должны никого оставлять позади, но большая часть мира оказалась позади, поскольку вопрос с вакцинами это показал, особенно явно, поскольку вместо того, чтобы видеть возможность сотрудничать вместе, для того, чтобы сокрушить общего врага, что мы видели? Поляризацию. И соответственно, крупный конфликт сейчас, вообще конфликт это является нормой сегодняшней политики. Нам нужен диалог, нужна платформа. И в Южной Африке мы достигаем демократии путем диалога, как мирные люди. И нам необходимо реформировать систему мультилатерализма для того, чтобы она была инклюзивной и могла послужить всему мировому сообществу. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за ваши слова. У вас вы дали очень важный посыл, который заключается в том, чтобы не политизировать экономическое сотрудничество, потому что оно нам нужно. И в годы моей юности был только лишь один регион, где вы могли увидеть войны. Это был Ближний Восток. То есть войны между Израилем и арабскими государствами, безусловно, гражданская война в Ливане, война между Ираком и Ираном, 80-е, затем первая война в заливе 91-го года, следующая война 2003-го года, война в Сирии, затем война в Ливии и так далее. Но сейчас в странах залива ситуация намного лучше, Мухаммед. Когда вы включите новости CNN и вы захотите увидеть, как там ситуация, они не говорят о том, что на Ближнем Востоке очередная война. Мы достигли большого прогресса. И, соответственно, Израиль и страны Персидского залива, и недавно Китай, с помощью которого было достигнуто соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, страной Персидского залива. Недавно, я помню, что были первой арабской страной, одной из первых арабских стран, которые снова открыли посольство в Дамаске, если я не ошибаюсь. Сирия вернулась в Лигу арабских государств, и мы можем сказать, что ваш регион своего рода, то есть пример прогресса. Судя по всему, это новая гавань мультилатерализма. И как вы думаете, мультилатерализм помог вам, и как он поможет вам снова в будущем? Как вы видите это, Мухаммед, именно в вашем регионе? Благодарю вас. Благодарю вас, Жерар. Я буду говорить на арабском, с вашего позволения. Большое спасибо, Жерар. Я бы хотел поздравить вас за столь успешную модерацию данной сессии. Вы ее трансформировали из запланированных речей в конструктивный диалог. И направленный диалог. Я хотел бы вас за это поблагодарить. На самом деле вы начали свой вопрос с очень важного момента о будущем международных отношений. И мы должны... У нас есть несколько вполне понятных вариантов. Либо мы объединимся, либо мы просто разойдемся по разные стороны и будем конфликтовать. У нас нет другого, третьего варианта, поскольку мы столкнулись с катастрофическими проблемами, такими как климатические изменения, риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, войны, конфликты, проблемы водной, нехватки запасов воды и продовольствия. И вы спросили меня о том, как мультилатерализм
может помочь региону Ближнего Востока, чтобы изменить ситуацию к лучшему, соответственно, изменить свое будущее к лучшему. Вы правы, я не настолько умудрен опытом, как вами. И хотя вы духом все еще молоды, ваш ум быстр. Я родился в начале 80-х, и я родился... И я слышал новости о войнах и конфликтах, которые идут без конца. И они порождают раздражение в молодых людях и их детях в последующем. Но что мы видим сейчас в регионе Ближнего Востока, мы видим культурный и интеллектуальный рост, сопровождающийся, соответственно, также и ростом политической мудрости. И позвольте посмотреть на мультилатерализм с точки зрения религиозных перспектив, которые могли оказать на это влияние. Возможно, вы слышали о первом историческом совместном визите одной из самых важных фигур в исламском мире, а вместе с его пресвященством Папой Римским, Франциском, и они подписали первый уникальный документ о человеческих взаимоотношениях. Данный документ о братстве людей между двумя лидерами, Римским Папой и Великим Имамом Аль-Асхара, заставило всех скептиков и энтузиастов посмотреть на мультилатерализм, без не ограничиваясь и не склоняясь в пользу точки зрения на это христианство или ислам или любой другой религии, но говоря о пользе совместных действий в отношении глобальных проблем. Также вы подчеркнули именно слова Авраама и то, что мы можем назвать изменение, трансформация из старых проблем между Ираном и другими государствами, а также Сирией и другими государствами, а также возвращением Сирии в Лигу арабских государств. И это говорит о пользе мультилатерализма. Но я бы хотел сказать, что мультилатерализм, он больше представлен в политике именно арабского мира, нежели Ближнего Востока. То есть эти конфликты и войны сильно отразились на нас, и они очень сильно повлияли на многие поколения людей в нашем регионе. И эти войны были спланированы за пределами этого региона и были экспортированы сюда. Но мультилатерализм на региональном и мировом уровне крайне важен. И с его помощью мы добились успеха, и мы должны инвестировать в мультилатерализм и экспортировать эту культуру мультилатерализма, многостороннего сотрудничества в другие страны. Мы добились своего рода гармонии и тесного сотрудничества между многими странами, Объединенными Арабскими Эмиратами, включая Арабскую Республику Египет, а также мы создали, заложили основу для сотрудничества в законодательном поле, соответственно, как заявил бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, что он поддерживает усилия и работу по развитию мультилатерализма. Я выражаю также и свою поддержку в этом. И большое спасибо. И это действительно, что даже я, кто представляет здесь западные страны, я должен признать, что, наверное, мы не уважали многосторонний подход достаточно в нашей истории. И история показала нам, что... Что номер один вторжение в Ирак без разрешения ООН, без санкций ООН, оказалось плачевным и создало огромную проблему, которая до сих пор не решена. И мы, французы, были лидерами, возглавляли операцию в Ливии в 2011 году.
То есть в то время как в Ливии, то есть проявлялся терроризм в лице работы Организации Африканского Союза, и наши действия привели к огромным изменениям не только и сильно повлияли не только на Ливию, но и на весь регион, который называется Сахель. И затем мы предприняли вторую войну для того, чтобы исправить то, что было совершено во время первой войны, и нам это не удалось. И по-прежнему там полыхает конфликт. И да, мультилатерализм – это очень важный инструмент. И я надеюсь, что в будущем наши западные государства будут уважать многосторонний подход. И это также относится, и это очевидно, к России, которая не спрашивал санкции ООН для того, чтобы решить свои проблемы с Украиной, но решила напасть на нее. И я бы хотел господина посла Амуралиева задать вопрос. Вы представляете организацию тюркских государств? И то есть ситуация не так плоха, как в Восточной Европе, где мы потерпели полный крах. Ситуация не так хороша, как это мы наблюдаем в странах Персидского залива, где мир укрепляется с каждым днем. Это что-то посередине. И не могли бы вы рассказать нам, какого рода цели ваша организация тюркских государств преследует, и как это может привести к улучшению, к умиротворению региона? И, конечно, мы все думаем о войне, которая случается от времени между Арменией и Азербайджаном. Большое спасибо, и разрешите мне поблагодарить правительство Казахстана за то, что пригласили меня на международный форум Астана, и я бы хотел поприветствовать всех участников в столице Казахстана. Чтобы начать сегодняшнюю панель, сессию, вы сказали, сколько стран являются государственными членами. Это 5 стран. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Вы тоже говорили про Венгрию. Это страна-обозреватель. И Туркменистан тоже входит. Это первое. И второе. Наше население и наше более 173 миллиона человек, общая площадь 4826 километров, ВВП является 1,4 триллиона долларов США. И выручка между нашими странами – это более 40 миллиардов долларов. Чтобы ответить на ваш вопрос, хотел бы сделать одну ремарку касательно нашей организации. Было создано в 2009 году наши страны. Побратимы. У нас тысячелетняя история, но только после Советского Союза, после завершения Холодной войны, наши лидеры собрались вместе с 1992 года и с 2009 года в Азербайджане была создана наша организация. Сначала была основана 4 государствами, потом присоединился через 4 года Узбекистан.
Это вкратце о нашей организации и для вашего внимания, господин модератор. Мультилатерализм для нас представляет силу единства. Это сотрудничество, кооперация, общая ответственность среди стран. И все те государства, мы понимаем, что одно государство не может решить все эти сложные вызовы, которые стоят перед несколькими государствами. Это общая работа, которая проводится для более безопасного, лучшего. Организация тюркских государств состоит из тюркских наций, которые следуют мультилатерализму в нашей общей цели, и мы все вместе предпринимаем принцип диалога, общего уважения, чтобы усилить региональную интеграцию и сотрудничество. Работая плечо о плечо, мы поднимаем потенциал для того, чтобы начать культурные изменения и устойчивое развитие среди наших стран-членов. Однако, как мы обсуждаем будущее мультилатерализма, мы должны обратить внимание на ту динамику, которая нас окружает. Глобальная неуверенность в будущем. И та неуверенность, которую мы наблюдаем, создает проблемы для мультилатерального сотрудничества. Война России в Украине не помогает развитию политического на политической арене и является причиной сдвига на международной арене. С одной стороны, это напоминает нам о тех вызовах, которые у нас есть на сегодняшний день и которые должны быть отражены гораздо более явно. С другой стороны, мы понимаем, что универсальные принципы, такие как уважение другим государствам, их территориальная целостность и международно признанные границы могут быть все еще, к ним некоторые могут не придерживаться все еще. В регионе вы имеете в виду? В нашем регионе эта ситуация достаточно стабильна. Конечно, от времени к времени у нас бывают региональные конфликты. Вы говорили про Азербайджан и Армению, конфликт между этими странами. Конечно же, к сожалению, в течение практически 30-летнего конфликта он все еще продолжался и, наконец-то, завершен. И это для вас всех, естественно, не новость. И переговоры между Азербайджаном и Арменией проходят, и я надеюсь, что скоро конфликт завершится и воцарится мир между этими двумя государствами. Однако на сегодняшней утренней сессии первое президент Токаев говорил о среднем коридоре, коридоре средних держав между Каспийским морем без государств, включая такие Казахстаны, страны, как Казахстан, Азербайджан и Турция. Конечно же, конфликт между Россией и Украиной, война действительно подрывает логистические коридоры и закрывает пути. Итак, средний коридор, если вы рассматриваете альтернативные пути, этот коридор становится реальностью. Для того, чтобы принести пользу для всех, не только для нашего региона,
Но этот средний коридор будет соединять Запад и Восток, в то же время предлагать коридор между севером и югом. Этот коридор – это одно. И следующее – это через Азербайджан. Это более нужен для того, чтобы принести пользу Армении. И я надеюсь, что все лидеры будут обращать на это внимание, и надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем реализовать данное решение. Большое спасибо, господин посол, это очень важное напоминание о коридоре между югом и севером, западом и востоком, и, конечно же, будущее мультилатерализма. И, Григорий, я бы хотел бы вернуться к вам, чтобы спросить... Вы из Организации экономического развития. Вы могли бы привести точный пример? Конечно же, мы должны говорить о конкретных примерах. Какой пример будет конкретным, шаг за шагом, который бы вы могли нам предложить, чтобы мы стали процесс лечения самого мультирализма, который сейчас в не очень хорошем состоянии на данный момент. И, как я сказал, я бы хотел быть как более можно конкретным, как и все мы приходим за один стол, мы не обязательно разделяем единые мысли, но мы должны прийти к консенсусу. И это первое, чтобы решить какие-то вопросы, мы должны прийти к ним вместе. Особенно мы должны работать над такими вопросами, как избежание налогообложения, изменение климата и другие проблемные вопросы. Я также хотел бы прокомментировать. В конце концов, мультилатерализм достаточно гибкое понятие. Оно может быть региональным, может быть мировым, может быть организационным, как ОЭСР, может быть привязан к платформе, как сегодня на форуме, например. Повестка может быть гибкой, мы можем все сидеть за одним столом, и это уже будет большим достижением. Например, когда Казахстан и Узбекистан сели за стол переговоров вместе, было уже большим достижением. И это может быть, когда мы сидим за одним столом, это может быть само по себе целью. И решение каких-то проблем тоже может быть целью. То есть наша работа достаточно гибкая. И в итоге я бы хотела сказать, что концепция достаточно гибка, чтобы люди не могли спорить касательно нужды мультилатерализма, а наоборот, приходить вместе и достигать чего-то в рамках этого концепта. Большое спасибо. Я считаю, что вы абсолютно правы в том, что данный форум, на котором мы сегодня все участвуем, конечно же, мультилатерализм станет очень важным пунктом, про который будут говорить медиа, пресса, и люди начнут его обсуждать. И я помню, посещая форум, когда у нас были делегаты Израиля, это был секретом. Но делегаты из Ирана и делегаты из Израиля вместе разговаривали. Конечно же, один день Израиль и Иран должны будут возобновить дипломатические отношения, как Иран и Америка. И, конечно же, я не понимаю, почему Америка и Иран все еще не... Они должны обращаться к Оману для того, чтобы переговорить между собой. Но большое спасибо Оману для того, чтобы предоставлять эту платформу. Итак, да, в действительности у нас очень важный шаг, который нам нужно предпринять. И, Маргарета, я бы хотел у вас спросить, с вашей точки зрения, и особенно на Западе, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить мультилатерализм? И особенно, естественно, вы являетесь председателем этой организации, вы из Швеции. Швеция в прошлом была очень важным компонентом в конференциях.
и в продвижении мультилатерализма. Не говорю уже про Нобелевскую премию мира. Пожалуйста, скажите, как вы видите это с вашей точки зрения? Да, я бы хотела сказать, уже что-то об этом говорили, я бы хотела подытожить, что всегда, когда есть проблемы или кризис, всегда атакуется мультилатерализм. Это было во время Второй мировой войны. Говорили о том, что ООН не смогли предотвратить войну. И сейчас мы можем видеть, что Россия и ее атака и агрессия на Украину. Также говорят, что это вина ОБСЕ, вина ООН, потому что они не смогли остановить это. Но я бы хотела взглянуть на этот вопрос с другой стороны. Война – это атака на мультилатерализм. Я действительно считаю, что есть нужда для того, чтобы работать вместе. И я сказала, что перед войной миссии наблюдательные в Украине было решено, что в ОБСЕ они также принимали участие в миссии наблюдательной рядом и в странах-членах. И это страны, которые работают вместе для того, чтобы предотвратить жестокость и продвигать мир и стабильность. И когда мы говорим о том, как продолжать работать с мультилатерализмом, позвольте мне упомянуть Парламентскую ассамблею ОБСЕ. У нас есть в нашем комитете по принятию решений одна делегация, и глава делегации каждой страны. Для меня это показывает, что существует уважение между каждой страной. Мы не можем говорить, что какая-то страна не должна иметь права голоса. Каждая страна должна иметь право голоса. Неважно того, большая эта страна, как Россия или США, или, например, небольшая страна, как Лихтенштейн, или, например, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан или Казахстан. Это один вот, одну главу делегации. И для меня это значит уважение для каждой страны, вне зависимости от населения, вне зависимости от площади. И в парламентской ассамблее, конечно же, всегда есть предложение. Каждая страна, каждый делегат имеет возможность вынести свои мысли, проводятся дебаты, которые являются равными для всех, и затем принимается решение в общем формате. И я считаю, что это не против мультилатерализма, потому что это относится на уважении, транспарентности и также системе, которая является прогнозируемой. И когда кризис, достаточно сложно работать друг с другом, потому что различные перспективы, различные взгляды на будущее. Но если мы нуждаемся в мультилатерализме, мы нуждаемся в общем уважении друг для друга, не только как людей, но и на уровне стран. Я также считаю, что важно смотреть будущее и понимать, что завтра будет новый день, и то, что же мы можем сделать для того, чтобы этот завтра было лучше, чем сегодня. Я говорила об окончании войны, но этого это недостаточно. Нам необходимо смотреть дальше и решать те вопросы, которые были подняты ранее. Я являюсь политиком, и как все остальные в парламентской ассамблее ОБСЕ. И если я говорю с точки зрения Швеции, я бы сказала, что также поддержка
стабильность, поддержка экономического роста и развития. И все это значит, что все страны должны продвигать свою стабильность. А если я говорю с точки зрения ОБСЕ, одна страна, которая должна быть ответственной за других, это всегда та страна, которая ответственна за свою государство и свое собственное развитие. Я считаю, что это очень важный аспект, когда мы говорим о мультилатерализме. Никто не должен быть ответственным за чью-то чужую страну, только за себя. Большое спасибо. Да, и Мухаммед, по поводу климатического изменения, поскольку ваша страна будет принимать следующее заседание COP 27 или 28, по-моему, следующая конференция организующая сторон организации. И как вы считаете, мультилатерализм, многосторонний подход, то, что мероприятие, которое будет организовано в Абу-Даби, сможет эффективно решать проблему изменения климата по всему миру? Большое спасибо, Джерард. Говоря о COP28, которая будет проводиться в ОАЭ к концу ноября и вот в завершающие две недели, я ожидаю, что мир увидит другое издание, так сказать, COP28. Сейчас идет активная подготовка к реализации того, что мы сейчас обсуждаем, а именно мультилатерализма, многостороннего подхода, что будет, соответственно, признаком увеличивающегося сотрудничества между всеми странами-участниками COP27. Я могу вам привести пример. Впервые будет павильон для межконфессионального диалога, и все страны и культуры, которые будут принимать в нем участие для смягчения последствий изменения климата. Также будет встреча на высоком уровне между религиозными лидерами нашего мира перед проведением этого мероприятия. И это показывает, как лидеры разных конфессий, которые имеет серьезное влияние на многие сообщества, как они могут внести свой вклад в информирование об изменениях климата. И мне кажется, что на COP28 будет представлена новая перспектива. И я приглашаю всех участников нашей сегодняшней аудитории поучаствовать в этом важном мероприятии. Я бы хотел лишь обратить внимание, вкратце, если вы позволите, господин Джерард, что идея мультилатерализма, многостороннего подхода, иногда она эксплуатируется. Иногда она используется для того, чтобы порождать стереотипы и, скажем так, достигать цели, которые лежат далеко от человеческой этики и целей гуманизма, и она связана с, соответственно, с навязыванием одного стиля жизни на определенным странам и сообществам, что, конечно же, создает угрозу, к противостоянию которой должны подключиться важные лидеры региональных сообществ и групп. И, соответственно, это то, что угрожает в том числе и мультилатерализму и подрывает ту работу, которая ведется для того, чтобы связать мультилатерализм именно продемонстрировать его положительные стороны. И я бы хотел сказать, чтобы пользуясь данной сессией, чтобы изучить мультилатерализм с разных сторон, я бы хотел здесь прокомментировать модель Казахстана, который является наилучшим воплощением мультилатерализма. Я помню, в прошлом году,
конгресс всемирных и традиционных религий, их лидеров, мы были здесь. Он проходил здесь, в Астане, где собрались более 8 крупных лидеров, более 8 конфессий для того, чтобы обсудить эти вопросы. Благодарю вас. Большое спасибо. И, наверное, последний, но немаловажный вопрос. Я бы хотел задать его Анилу. У вас прошел очень успешный министерский саммит вашей организации в Кейптауне. Это, в общем, и посыл этого мероприятия, в общем-то, заключался в том, что то есть, что международное право не должно применяться исключительно западными странами. В такой был посыл. Но вы являетесь многосторонней организацией. Но как вы преодолеваете противоречия, которые у вас возникают внутри организации? Одно из них заключается в том, что Индия — это страна с самым большим населением в мире, хочет стать членом Совбеза ООН. Но все знают, что этого никогда не произойдет, потому что Китай является членом Совета Безопасности с правом вето, и этого просто никогда не произойдет. И поскольку ваши организации состоят и Индия, и Китай, не могли бы вы рассказать нам, как это работает, как это может помочь всем остальным? Благодарю вас, Жерард. И интересное наблюдение. То есть у вас, например, есть пример того, что Соединенное Королевство покинуло ЕС. Почему? По своим собственным причинам. То есть у вас было G8, теперь это G7. Даже в рамках G7 есть противоречия, да. И БРИКС не является чем-то однородным. Это 5 независимых государств со своей системой управления, с разным населением и так далее и тому подобное. Но что же нас объединяет? Это пересекающиеся интересы, которые перевешивают наши различия. И сотрудничество основано на вот этих пересекающихся интересах. Там, где у нас есть общая позиция. И это то, что держит, скажем так, делает БРИКС одним целым, и это не является чем-то уникальным. Все региональные организации, включая Союз Африканских государств, не являются чем-то однородным. И если сказать, что мы хотим видеть в качестве изменений, да, у нас есть напряжение в отношениях между Китаем и Индией, и, соответственно, их не стоит привносить в БРИКС. Это то, что должны они решать между собой, и, соответственно, конфликты до них будем решать мирными средствами. И в рамках БРИКС мы стараемся работать над теми пересекающимися областями для того, чтобы убедиться, что у нас есть работающая инклюзивная мультилатеральная система. Что ее сможет ослабить? Кто ее ослабил? Вот этот вопрос, на который мы должны задавать. Почему она так ослабла сегодня? Мир не может существовать без многостороннего подхода. Альтернатив этому нет. Соответственно, многосторонний глобальный порядок должен поддерживаться всеми странами мира. И, соответственно, есть определенные проблемы в экономическом, политическом, других отношениях. Без финансовых организаций, без положения устава ООН, без всех результатов, без ВТО, без Бреттон-Вудского соглашения, что бы у нас было? У нас был бы всемирный порядок, мы по-прежнему функционируем как мировое сообщество, и мы говорим о том, что нам нужно посмотреть на работу этого органа, которому уже почти 80 лет. В 2025 году мы будем отмечать его 80-летие. Лига наций была основана в 1926 году, даже 20 лет не просуществовала, и закончилась ее деятельность Второй мировой войной, в ходе которой появилась ООН. Всего через 15 лет
после развала Лиги Наций. И сейчас прошло почти 80 лет, и положение первое устава ООН, где, то есть, например, изменения, общие изменения, соответственно, в составе участников ассамблеи. И, соответственно, на министерском совещании было озвучено заявление, что, возможно, пришло время пересмотреть эти положения, чтобы мы коллективно, в общем-то, рассмотреть те проблемы, которые перед нами возникают. Мы видели разрушение двухполярного мира, мы видели, как строился однополярный мир, и мы не хотим ни однополярный, ни двухполярный мир, нам нужен многополярный мир под эгидой принципов и положений устава ООН, международного права, и нам нужен мир, в котором будет уживаться множество цивилизаций. Это то направление, куда мы должны направиться все вместе. Благодарю вас, председатель. Наверное, сложно придумать лучшее заключение, чем ваши слова, Анил, для данной сессии. Благодарю также Казахстан, который привержен мультилатерализму и продемонстрировал, в общем-то, и способствовал запуску диалога с Европейским Союзом о денуклеаризации Ирана, что привело к соглашению, то есть о заключении Венской сделки в июле 2015 года, но, к сожалению, администрация Трампа ее нарушила. Однако Казахстан всегда верил в многосторонний подход, в мультилатерализм, и я думаю, что этот форум следует этому пути, и я бы хотел поблагодарить наших докладчиков, всех присутствующих в зале, нашу аудиторию. И сессия завершена. Всем хорошего дня. Thank you, Jennifer.